Привет, ребята. Меня зовут Лиза, и если вы со мной немного знакомы, то я фотограф. Подписывайтесь на паблик, ставьте лайки. Но так уж вышло, что на самом деле с 10 лет я пишу стихи, и сегодня их читаю первый раз. Я волнуюсь, мне страшно. Но если что, девочки, ваши. Прочитаю один стишок и пойду на эстетику к Радееву. Как оказалось, снимая бездна, противней плесени сыроблю. И это правда, и это честно, я очень мало кого люблю. Я не люблю, кто в служении слову себя заверил, закабалил. Век человек, жить и быть — основа оттока главных душевных сил. Я не люблю, когда долго слишком соображают или идут. Я буду кесарь, а я в мальчишка, себя предавший без несмелый брут. Я не люблю суеты и криков, и резкой звука доски гнилой. Я из деревни, где даму пиков швыряет грамоты непокой. И как же тошно вставать и видеть Чарана слог и портрет Камю. Наверное, нужно бы сесть и выпить, но водку тоже я не люблю. А что спасает всегда случайно? Метро, трамвай, автомат с едой. От Волги свой с прямком до Майна. Не сплюнуть, но унести с собой. 108 дней на краю постели, белесый стебель, хороший знак. Все то, что строилось, что летело, поломку, треск, серебро за так. И внешность вечность, и список точный, литература, имен, Кульков. Как просто все, как разумно точно, когда оно состоит из слов.